Ну что, вот и дождь. Пошел дождь на улице. Кроме того, что меня сегодня море искупало по колено, еще и дождь. Ну, не страшно. Давайте сейчас, пока народу никого нет, несмотря на то, что идет дождь, я вам немножко покажу территорию санатория. Вот давайте начнем с центральной части. Здесь вот посажены такие. Я даже не знаю, что это за ягоды. Может, они и ядовитые, не знаю. В общем, здесь посередине вот такая клумба с цветущими растениями. Сегодня, кстати, будет экскурсия. Нас будут проведут и расскажут, что и где и как называется. Вот. Ну, экскурсию я постараюсь записать. Я пока вам общий план. Вот такие лавочки стоят. То есть лавочек достаточно. Вот. Вот если мы пойдем в эту сторону, здесь детская площадка. Причем вот есть такая вот открытая, со всякими маленькими карусельками. Кстати, с детьми здесь приличное количество народа. Для детей проводят анимации. Есть и воспитатели, и какие-то там мультики показывают. В общем, для детей развлечения тоже есть. Это вот детская площадка такая вот под открытым воздухом. Естественно, здесь сейчас никого нету. Вот там в домике игровая комната, куда можно ребенка сдать. Вот. Ну, качельки. Ну, и там вот всякие автоматы. Вот. Это второй корпус, трехэтажный. Он как-то называется Приморье, что ли, что-то такое. Вот. Здесь вот около него стоит салон красоты кудри. Все виды парикмахерских услуг. Здесь у нас играют в теннис. Сегодня, вот, например, вечером будет тут турнир. Вот, ну, в общем, здесь вот играют в теннис. Ой, смотрите, дождик заканчивается. Солнышко. Ой, кстати, хотела показать вам. Это называется... Как он называется? Японский банан, по-моему, называется. Сейчас подойду близко. Но они... В Сочи я тоже такие видела, но они не вызревают. У нас, вон, смотрите, какой красивый. Какой красавец висит. Вот. А сбоку у него вот такая вот, видите, там... Вот это вот как раз сейчас приближу. Как раз... Где это? Где камера? Во. Вот это вот как раз вот и есть бананчики. А это вот цветок. Но они у нас, к сожалению, не возревают. Но красиво. Вот здесь такая сосна красивая растет. Сейчас у меня получится поближе показать, какие у нее красивые шишки. Смотрите. Они такие... как изогнутые. То есть вот очень интересно, необычно смотрится. Но вот сегодня будет экскурсия, может быть, нам расскажут, что это за сосна. Так, ну это я уже показала, там теннисные корты. Здесь такие вот тоже елочки стоят. Вот они еще, эти шишки красивые. Вот это вот магнолия. Смотрите, у меня тоже шишечки уже образовались. Вот видите. Тут и шишечки, и что-то красное вот у нее тут. Это уже, наверное, и шишечек образуется, не знаю. Но, по крайней мере, вот у нее какая-то. А это, смотрите, вот и шишки. Нет, это уже шишки. А вот это уже шишки. Да, это вот шишки, я так понимаю, раскрылись, а вот это а шишки. Это а цветут они, она в марте, в апреле цветет. Это уже шишки. Магнолия. Это крупная, да, в это. Угу. Еще есть маленькие, это большая магнолия. Угу. Смотрите, какое классное сочетание. Вот здесь шишечка, магнолия, да? Вот здесь не распустившаяся, не раскрывшаяся. И рядом березка. Класс. Ну, это вот здесь такая большая магнолия. Большая-большая. Ну вот, сбоку тут посажены такие пальмочки и березка. Вот. Ну и везде, конечно, клумбы. Все цветет.
там маленькие, вот эти вот, я даже не помню, как они называются, то ли агавы, то ли еще как-то, они потом большими вырастают, я вам покажу большие потом. Вот пальмочки, мокрые от дождя. Ну и вот такие хризантемы. Хризантемы, конечно, шикарные. Такие хризантемы. Даже дождь им не помеха. Вот. Но туда я дальше не пойду, потому что там технические помещения. Сейчас пойду от центрального входа в другую сторону. Вот те самые агавы, которые вот большими вырастают. Он агавы называется. Я потом подпишу, если что, если я ошибаюсь. Вот. Вот они у них даже в катках так растут. Вот. Ну вот, идем в другую сторону от центрального входа. Вот здесь спортивная площадка. Здесь, я так понимаю, в мини-футбол играют. Вчера я видела, тут на роликах катались. Здесь вот такая площадочка. Вот я вам покажу сбоку. Здесь розарий. Сейчас поближе постараюсь придвинуть. Вот здесь розарий. Но сейчас я с другой стороны еще подойду, покажу вам получше его. Это вот схема, план-схема санатория «Береза». А? Сейчас, кстати, посмотрю, как этот корпус называется, второй который. Сейчас я вам... А, Черноморский. Вот не Приморский, а Черноморский. Такие здесь. Тоже не знаю, что это такое. Ягодки какие-то красные. Вот такие кактусы растут. А вот это вот тот самый розарий. Розы цветут еще вовсю. Сейчас поближе придвину. Вот. Это тоже кактус. Такой зайчьи уши. Ну, конечно, красивая пальма. Пальма — это вообще моя слабость. Ну, конечно, куда же без Анютиных глазок. Анютины глазки. Там еще розочки цветут. Здесь еще какие-то кактусы посажены. Ну, там уже вот за забором, я так понимаю, там стоянка, наверное, для сотрудников, я не знаю, там для кого. Вот. Ну, везде, конечно, пальмы, большие, маленькие. Вот еще Анютины глазки. Кактус. Там какие-то мелкие цветочки цветут. И еще Анютины глазки. Кстати, я только сейчас обратила внимание, что клумба сделана в форме дельфина. Ну вот здесь тоже, видите, а здесь герань. Вот герань, хризантем посередине, а здесь герань. Причем, смотрите, она еще цвет набирает. Она такая свеженькая. Ну вот этот дельфинчик, я так понимаю, вечером должен светиться. Честно, вчера не видела. А вот там вот цветок такой красивый. Приближу его. Смотрите, как он цветет, какими красивыми цветами. Ну, конечно, пальмы. Ну, так вот здесь заползли. И вот там пальмы. Конечно, здесь все в пальмах, в пальмах. Вот тоже кустарничек цветет. Уже, конечно, осыпается. Ой, он как пахнет. Вчера он так не пах. Может, он только после дождя так пахнет? Не знаю. Но, по крайней мере, вот вчера я мимо него ходила. И я как-то вот не обратила, наверное, может быть, внимания, что он так пахнет. Еще цветет. Поближе с этой стороны покажу цветок. Видите, какой красивый. И там тоже кустик цветет. Вот это вот такое интересное какое-то растение. Не знаю, как называется. А, не знаю, могу сказать, что он называется. Красивый тычинник. Вот. Семейство Миртовой. Родина Австралия. Поближе покажу. Смотрите, какой интересный. У него на стволах прям вот эти вот такие штучки нарастают.
конечно, клумба с хризантемами и с анютиными глазками. Вот это, по-моему, саванная трава она называется. Вот. А вот это вот плоды пальмы, финики. Должны быть. Должны быть. Ну и вот сам санаторий наш забит плющом. Нам плохо видно. Сейчас, подождите. Вот так лучше. Весь красненький он уже. Вот там тоже бананчик цветет. Украшен центральный вход. Хризантемки. Хризантемки мелкие. Такие цвета необыкновенные. Да? Очень красиво. Вот там стена так убита. Там пальмочка. Вот этот мне цвет очень нравится. Хризантем. Красивый, да? Вот это тоже красивый. В общем, красиво все, очень красиво, все оформлено. Даже не верится, что ноябрь месяц. Вот, а это вот гортензии. Гортензии, видите, они уже отцветают. И вот такая стена красивая. Но это не этот самый, не наш плетущийся виноград. Я не знаю, что это такое. Это какая-то разновидность тоже, наверное. Но не такой, как у нас. Видите, там вот ягодки. Видите, он и красный, и зеленый. Вот так красиво, да? И вот эти кустики мне тоже очень нравятся. У них листики, видите, какие красивые. У них даже там какие-то ягодки есть. Тоже красивый. Видите, ягодка какая-то торчит. Вот, ну немножко показала вам территорию. Не знаю, если пойду на экскурсию, я вам... Ой, смотрите, как осыпаются ягоды с этого дерева. Я тогда расскажу еще и покажу, что там нам расскажут интересного. Ну а пока вот так вот, такой вот общий вид. Как только что-то загадаешь, ничего не получается. В общем, по городу не погуляли, потому что меня море искупало. На экскурсию не сходила, потому что дождь. Думала, пойду, схожу, сниму закат. И смотрите, дождь. Ну, вышла на боковой балкончик. И сейчас попробую хоть немножко снять, как заходит солнце. Но оно пока еще не заходит, конечно. Но вот смотрите, постепенно все затягивает, затягивает, с гор все затягивает. Вот. Но вот чуть попозже еще попробую выйти. С моего балкона не видно уже. Видите, солнце как тучи затягивает. Вот. Чуть-чуть попозже попробую, может быть, что-то получится. Вот. Так что еще увидимся и услышимся. Смотрите, как красиво. Вот солнышко заходит, а там уже совсем затянуло все. А вот там, вот отсюда, это с торца. С торца, смотрите, видно море. И там как бушует. И вот солнышко вам поближе. Ну вот сегодня какой-то, хотя бы так, такой закат вам красивый. Вот, и море бушует. И я так думаю, что это надолго. Главное, чтобы не до завтра. Ой, прям капает на меня. Хорошо здесь крыша. Ну вот, первый закат в Лазаревском снят.
вот и вот зал. Вообще должны здесь проходить танцы, но их пока запретили Роспотребнадзор, поэтому здесь показывают кино. Вот так расставлены стульчики. И здесь показывают кино. А вот это вот скажем так, почетные гости. Смотрите, кто здесь. Стругачев, Маменко. Кто тут еще? Виолетта Песня, Булдаков, группа Стаса Намина, Поющие сердца, Басков. Это кто? Тарзан, Елена Воробей, Соколов, Виа Надежды, Калидин Агафонов, не знаю, Алла Сурикова, Дубовицкая, Ещенко, Суркан, Песков, Ветров, Песнеры и Николаев. Вот такие почетные гости. Уже вечер. Дождь кончился, но я думаю, что сегодня уже ничего особенного не произойдет. Вот немножко вам покажу, как все у нас светится. Собачка бегает. Так, сейчас вот здесь еще пройду, покажу. И потом уже пойду на территорию. Так что вот, сегодняшний день закончился. Я хочу сказать, хоть и не выполнила то, что планировала, но все равно было неплохо. Я так считаю. Смотрите, как подсвечивается. Днем вот с вами проходили. Морской конек. Тут вообще непонятно кто. А, сейчас звездочку покажу. А, это ракушка просто. Ракушка. А это вот звездочка. Вот так вот все это светится. Вот. Все, я пошла на территорию. И сейчас еще на территории покажу вам, как там красиво вечером. Ну вот это уже на территории. Ну как-то вот не очень. Подсветка. Посмотрим, что здесь. Ну здесь пальмочки зеленым подсвечиваются. Ну, кстати, я заметила, что в Сочи тоже пальмы подсвечиваются зеленым почему-то. Ну, вот сейчас мы с вами дойдем до главного входа. На сегодня я, наверное, ну, не наверное, закончу на сегодня уже все. Сейчас будет ужин. Пойду в номер. Ну, может быть, еще потом выйду погуляю. Но сегодня ничего точно не произойдет. Смотрите, как пальма красиво подсвечивается. В общем-то, на этом я хочу закончить. Всем доброй ночи, приятных снов. Обязательно завтра увидимся, услышимся. Все, всем пока-пока.